девчонки, такой у меня радостный день. Смотрите, я какой получила, какую посылочку из фармаси. Это всегда так приятно, так радостно. Вот давайте посмотрим вместе, что здесь находится. Она классно упакована. Здесь вот такие вот пузырики, на которые написано тоже фармаси. Хорошая штучка. Это у нас накладная. Будем читать. Я вот помню, что заказывала ярко-красную помаду. Что еще, я даже не помню. Ну, подарки мне положили, конечно. Подарки. Итак, у меня здесь редка матовая помада. А вот она как раз. Опа. Вот помада. Это стойкая помада, от которой я просто в восторге, не только я, вообще все. Потому что такого качества помаду я не встречала. И, по-моему, просто лучше быть не может. Вот такая она яркая, красивая. Сейчас это супер модная. Это наша победа, красный цвет. Так, дальше у нас будет... для броня темных и тонировых речей. Это у нас, наверное, вот это. Нет. Вот. Вещи нарисованы. То есть, вот это для стирки. Средство натуральное. Без всяких химических добавок. Это средство. Следующее смотрим. Здесь у нас засыпь для выведения плям. Вот для выведения плям. Вот они там и плямы нарисованы. Можно догадаться. Тут на украинском уровне написано, российский тоже не написано. Ну, можно догадаться, что это такое. Дальше у нас тут зубная паста. Я заказывала ее сама. Очень суперовская паста. Мне нравятся здесь пасты такие классные, приятные. Дальше у нас... Это у нас тут ремонтируют, делают веранду у меня. Так, дальше. Палета для блича. Вот она. Вот она. Я ее не открывала. И я ее открою с вами. Посмотрим, что это такое. Есть... Вот это тоже засер для выведения плям кисневый, то есть кислородный. Большущий, килограмм весит. Шикарная штука. Надолго хватает, такая большая. Так, дальше что у нас еще? Для чищения унитаза. Вот она. Большая такая коробка. Тоже все это эко, эко, тут только эко. И последнее станешь у нас. От выведения ржавчины, значит. Ржавчины и накипи. Вот такое средство. Это шло как в подарок, как третий шаг. Вот это вот. Я чищу и кисневый отбеливатель. Вот. Так что я сегодня счастлива. Я вам хочу сказать, что когда получаешь вот такие вот заказы, которые связаны с красотой, ну и с чистотой дома тоже, и стиркой, то это очень приятно. Это очень приятно. Это намного приятнее, чем покупать, не покупать, а получать такие вот заказы по здоровью. То есть одни БАДы, когда лежат, так смотришь, ну да, вот я поправлю свое здоровье. Но намного приятнее, когда вот с красотой связано. Не знаю, почему.